Итак, еще один вопрос. Ассаламу алейкум. Обязательно ли делать намерения перед зикром с четками? Слышал такое мнение, что нужно говорить, что намереваешься делать зикр ради Фатимы и Захры. Саламу Аллахи алейха. Итак, давайте здесь коснемся одного очень важного вопроса. Это вопрос намерений в поклонении. В любом поклонении, в любом абсолютном виде поклонений необходимо делать намерение. И это намерение заключается в том, чтобы делать это деяние ради Аллаха. Курбатан иля Аллах. Ради приближения к Всевышнему, к Аллаху. И это единственное намерение, которое принимается в поклонении. Поэтому, так как зикр также является поклонением, там намерение обязательно. Намерение приблизиться ко Всевышнему. Курбатан иля Аллах. И да, также скажу в связи с этим, что произнесение этих слов не обязательно. Не обязательно. Намерение не является каким-то словом, выражением, высказыванием и так далее. Да, желательно для предосторожности лучше произносить это, но это не обязательно. Что такое намерение? Давайте приведем на конкретном примере. Что такое намерение? Что из себя представляет само намерение? Например, представьте себе, что вы ночью спите. Поставили будильник на утреннюю молитву. Встаете на утреннюю молитву. С каким намерением вы? Зачем вы встаете на утреннюю молитву? Для чего вы встаете на утреннюю молитву? Зачем вы идете брать омовение, а потом становитесь и начинаете совершать молитву? Читать суры, дикры и так далее и тому подобное. Совершать земные, поясные поклоны. Для чего? С какими мыслями? С какими целями вы это делаете? Если ваши цели – это приближение ко Всевышнему, у вас уже есть намерение, а слова отдельно произносить не нужно. Вы уже идете делать действия с определенным целям, с определенными намерениями, а отдельно какие-то слова произносить не нужно. Таким образом, все поклонения принимаются только в том случае, если человек совершает это поклонение ради приближения ко Всевышнему. Это во-вторых, во-вторых, какие-то слова использовать, произносить не обязательно. Вы идете на утреннюю молитву, вы с этими мыслями, с этими намерениями идете на утреннюю молитву, что вы хотите совершить два ракята утренней молитвы ради приближения ко Всевышнему. Этого достаточно.